Первый самолет демонстрирует свои летные характеристики здесь, на авиашоу «Макс». Самолет имеет сдвоенное управление, оснащен современным полностью цифровым пилотажно-навигационным комплексом отечественного производства, позволяющим легко и безопасно выполнять полеты во всех эксплуатационных режимах и обеспечивать простоту пилотирования и достаточную маневренность. Самолет выполняет проходы, и сейчас летчик приветствует вас, закладывая крен 45 градусов. Далее для вас продемонстрируется горизонтальная восьмерка. При разработке в концепцию самолета были заложены такие особенности, как возможность эксплуатации с грунтовых площадок, возможность установки лыжного и поплавкового шасси, просторный салон, удобство посадки и высадки, хороший обзор и, пожалуй, что самое немаловажное, это невысокая стоимость. Одним из преимуществ самолета МАИ-411 является наличие